По прибытию спасатели увидели, что кирпичный дом полностью охвачен огнем. Хозяин дома, пенсионер 1944 года рождения, со слов соседей, находился в доме. В ходе тушения пожара его тело спасатели обнаружили на веранде. Огнем уничтожена кровля, веранда, стены дома, по всей площади имущество. Предполагаемая причина пожара устанавливается. Предварительный материальный ущерб составил 15 миллионов рублей.